Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает Dead Space 2 на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим, какой здесь у нас FPS. Ну и, конечно же, на управление геймпада, весит игра 13,5 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим, насколько быстро загрузится у нас Dead Space 2. Dead Space 2 запускается у нас по обратной совместимости с Xbox 360 при разрешении 1440p и уже, замечу, 60 FPS, потому что в данную игру завезли такую технологию, как FPS Boost, вы видите, плюсик FPS Boost, да, и как резюме это само по себе всегда и было на Xbox Series S. Вошел в лайв, давайте, в принципе, приступим к самой игре. По поводу настроечек я здесь ничего не буду показывать, так как здесь нечего настраивать за исключением яркости, ну и настройки по управлению, все остальное здесь стоит по стандарту и ничего нельзя, к сожалению, менять. Одиночная игра, и давайте загрузим мое сохранение. Загрузить игру. Я немножечко прошел вам специально, чтобы не показывать всю эту нудню, которая в начале здесь происходит, а уже показать, собственно, сам геймплей. Загружается данная игра у меня с внешнего жесткого диска, но на самом деле, когда вы будете запускать именно с SSD, будет немножечко побыстрее грузиться. Как же я и говорил, FPS Boost, то есть у нас здесь уже 60 FPS при разрешении 1440p. Это довольно-таки, кстати, ребят, очень-очень-очень хорошо. Так, давайте, наверное, не знаю, попробуем просто-напросто кинуть, я вам покажу, как все летает. 60 стабильнейших, ребят, FPS. Я уже поиграл, я уже знаю, о чем я говорю, потому что здесь очень-очень все стабильно. Отзывчивость моментальная, то есть задержки управления никакой нет. Давайте бежим. Так, куда нам идти? Нам сюда идти, давайте. Почему бы нет? Яркость. Кстати, яркость выключена вся на максимум. На самый максимум выключена яркость. Потому что, ну, как бы, игры все по обратной совместимости с Xbox 360 на серии SS идут очень-очень темно. Ури. Новый выстрел, все. Где-то еще должен быть. Да, поменяем. Давайте вот так постреляем в ногу. В ногу. Ты еще живой-то, посмотри. А, нет. В смысле? Вот так, вот так. И еще вот так. Растопчем просто. Спасибо большое за аптечку. Отлично. Отхилились. О. Смотри. И упала косточка. Ладно. Это, конечно, все интересно на самом-то деле, как это все здесь выглядит. Менюшка вот такая здесь у нас. Кто играл, тот знает. В принципе, я думаю, все играли в Dead Space. Первую, вторую и третью часть. Ну, в основном все в первую и вторую играли. До третьей никто не доходил, в том плане, что самое интересное это именно первые две части. Да, 60 FPS, в принципе, вы сейчас даже видели, что просадок никаких в моменты перестрелок не было. А сюда нам нельзя, сюда нам нельзя. И сюда нам нельзя, нам нужно идти. Да, все правильно, нам туда идти. Давайте немножко поищем здесь. Может быть, какие-нибудь ценности найдем. Но, опять же, нет, нет. По пути текстур. Хоть и 1440p разрешение, 60 уже FPS, но все же вы можете посмотреть даже лесенки на полу. Даже пол в лесенках. Текстуры также, но опять же, 60 FPS это очень-очень даже хорошо. Так, зарядить оружие и кредиты. Отлично. Что тут есть интересного? Давайте, может, стул поднимем. Да, стул поднимем и просто-напросто бросим. Класс, класс. Еще патрончики, идем. Открыто. Игра мне чем это нравится, так это тем, что здесь и сразу шутер, и сразу же как бы ужастик такой, два в одном. Так, давай, наверное, это поломаем. Что у нас? Кредиты. Кредитов у нас уже очень много. Патрончиков бы, конечно, побольше. Сколько у нас патронов теперь? 25 и 14. Нормально, 39 патрончиков. Довольно-таки все стабильно пока что идет. Пока что. Там будут моменты, конечно, где... Я думаю, будет FPS все-таки просаживаться. Хотя FPS Boost такая штука, что она не просаживает на самом-то деле FPS. Так. В смысле, я же здесь был. А, это такое же просто. Она просто выглядит так же. Так, куда нам? Нам туда. Давайте, наверное, сначала обыщем сундучок, так называемый. Да, кредиты, отлично. Все, побежали. Побежали. Аптечку можно использовать? Да, давайте, пусть полная у нас будет аптечка. ХП у нас будет полная, давайте. Сигнализация слишком громко как-то, нет? Айзек,
смысле, подожди, куда ты? Дай мне пособирать все. Побежали за ним все-таки. Так. Удобно, удобно стало управлять. Очень, очень удобно. А, я пациент 5, помнишь, ты меня помнишь? Ой. И все закрылось. Да, даже у нас персонаж в лесенках. Глаза, посмотрите на глаза. На веки. Просто-напросто в лесенках. Ладно. И да, ребят, игра на... Где? Я не пойму. А, вот. Игра у нас, ребят, полностью на русском языке, за исключением озвучки. То есть, субтитры на русском, вся игра на русском, текст есть, кроме... Ай, в смысле? Я ж тебя убил. И все за исключением озвучки. Это, конечно, печально. Было бы интересно послушать на русском языке игру. Достижение. Отсеките конечность. Вот даже сейчас, видите, много вражеских NPC, просто-напросто этих зомбаков. И FPS пока не просаживается, я не заметил ни одной просадочки. Так, и вот эти все свет мигает, все вот это вот происходит, и стабильненько даже, очень, более чем стабильно. Так, нам куда идти? Подожди, стой. В смысле? А, пока нет. Нет точки, нужно сам... А, вот, смотри, здесь открыто, и здесь открыто, значит, нам сюда. Силовой, так, это понятно, силовый узел подобран, это нам можно будет улучшить. Наверное, ствол лучше, ну, орудие. Оружие, чтобы лучше было. Тогда давайте наверх заберемся. Вот, да. Не зря я сюда пришел. Здесь у нас патрончики еще лежат. И тут можно что-нибудь улучшить? Поискать, может быть, что-то. Да, 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 сюда можно пойти. Так, это мы сюда правильно забежали. И также можно сюда сходить. Походим, посмотрим. Да. Забираем патрончики. Это мы ломаем. Здесь что у нас? И еще здесь у нас патронов. Патронов очень много в начале прям. Потом, конечно, экономить их придется. Ну, это смотря на какой, конечно, вы сложности будете играть. Так, давайте, побежали отсюда. Куда-нибудь сюда, что ли? Опять же, по тому направлению. И пойдем в те две открытые двери, которые мы можем зайти. Да. Не можем, не можем, не можем. Пойдем сюда. Одна и та же дверь, по идее. Просто-напросто с двух сторон можно зайти. Патрончики. Вот, да, немножечко моментами бывают все-таки просадочки, но это не просадочки, а что-то непонятное. Просто-напросто там может резко проседает FPS и резко обратно возвращается. Не знаю, с чем это связано, но по ощущениям так. Либо просто-напросто микрофризы, но это не может быть в старой игре такое. Так, сюда нам. И сохранение, да. Сохранение, и что это такое? Сортировочное внимание с... Стазисные как коконы активированы. Так, давайте сохранимся. Да, сохранить. Сохранить. Так, да. Конечно, да, качество графики, качество текстур, вот это все лестники, то, что сглаживания практически нет. Это минус, но хотя бы 60 FPS дали, да тем более при 2К разрешении. Так. Так. А можно поломать вот это тело и что-нибудь с него достать? Нет, нельзя. Смотри, зацепился за ногу. И хоть жустный, смотри. Кто-нибудь замечал когда-нибудь такое? Напишите в комментариях. А, все, нормально, отлипло. Так. По идее, здесь безопасная зона. То есть у нас тут сохранение, не сохранение. Или мне так не кажется, нет? Какие-то у нас... Я забыл уже, честно. Я проходил вторую часть, но это было так давно, что я уже даже не помню, что тут будет дальше. А, ага. И что делать? Бежать нужно? Нет, смотри. А что делать? А, нужно вытянуть, я понял. Или нет? А, наоборот, вставить, слушай. Или нет, стой. А, вот, нажать нужно, точно, точно. А, вращайте левый стик, когда появится голубая точка. Нажмите А. Вот тут нажать. А, да-да-да-да-да. Тут, кстати, не так уж и сложно это взламывать, если честно. Да. И еще одно нужно, да? Да. Отлично, взломали. Ну, тут еще определенное время также идет. Воу. Стазис, отлично. Прицелиться, нажмите Y. То есть, теперь у меня появился стазис. А, как быстро, в смысле, меня убил моментально. Нужно было Y нажать.
Загрузки, кстати, к слову, очень быстрые. Смотрите, меня убили буквально 4-5 секунд, все. Все уже в игре. Очень быстро. Так, давайте еще разок, я все понял, что делать теперь. Стазис нужно было еще раз мне активировать, чтобы я его убил. Он прям моментально прибежал ко мне. Вращайте левый стик, когда появится голубая точка, нажмите... А, еще разок давай. Точки всегда по-разному. Они не в, не в одних и тех же местах. Все по-разному точки. Да, нажимаю. А, стазис забрали. Давай, наверное, еще раз нужно его выстрелить. Стой! Все, отлично. Куда ты, слушай? А, стазис со временем восстанавливается. Ну, это я помню. Это я помню. Так, что это у нас тут? А, зарядка стазиса. Все, я зарядил стазис. Да, стазис вот у нас сзади, возле хелспоинтов показано вот это вот. Полукруг, полусфера, вот это и есть стазис. Так, а, все, я понял. Вот так делаем и пробегаем. Все, отлично. Не так уж тут все и сложно на самом-то деле, если разобраться. Со временем привыкаешь к этому всему. Ой, кислотой ты, смотри. Фу. Кислотный какой-то. Я уже забыл даже, что тут такие кислотные есть. Ужас, смотри. Просто всю спину обжег. Жесть. Все в кровище. Ну и да, также можно... В смысле, блин? Ты откуда появился? И тут не один, наверное, и еще, наверное, есть. Нет, все. Ну, также здесь можно менять расположение, то есть вертикально и горизонтально можно стрелять патрончиками. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает Dead Space 2 на Xbox Series S по обратной совместимости с Xbox 360 при разрешении 1440p и 60 FPS в режиме FPS. Бусты вы можете отключать, включать, кому как будет интересно, можете даже с этим поиграться. Ну и напишите в комментариях обязательно, как вам вообще игра и как консоль. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Дискорд-серверу, подписаться на мой Инстаграм. Также можешь стать моим спонсором, ребятки. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока и уже совсем скоро увидимся.